Жесть какая! Лезем, 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 оно рушится, да все рушится, да что такое? Всем привет, с вами Денис на канале DiviGame, и мы продолжаем играть в Uncharted 4, Путь вора. Ну что, друзья, погнали. Итак, заходим в пещеру. Интересно, что нас тут ждет. Были прямо у входа в пещеру. Да, но мы пришли сюда первыми. Так, тут можно по низу. А, это один и тот же путь, да? О, щель какая-то. Идем. Заходим. Хорошо, что я легко позад. Да, толстый бы не пролез, реально. Статуи Дисмоса есть. Ступени есть. Судя по всему, мы в логове пиратов. Так, а тут... Ох ты, блин, извини, пожалуйста. Иди сюда, посмотри. Блин, жесть, туда руку сувать, да? Извращенцы. Там ручка или типа того. Ну, так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся, что? Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Заведешь стильный крюк. Круто, добрый тяни, братец. Давай. Стильный крюк. Ладно, поехали. И... Ух, блин, загудело что-то. Эй. Вот так? Привет, привет. Интересный декор. Что Те, тут у нас? Те, кто достоин, рай ожидает. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Да уж, пират из Эвери вышел лучше, чем поэт. Это не Эвери. В смысле? Вот. Рот-Айлендский пират. Томас Тью. Но герб, это не может что ли? Быть он. То есть, знак-то его, но Тью погиб, атакуя ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким боком. Ой, там взрывает, быстрее давайте. Давайте быстрее, так запишем. Девятая глава, только достойные. Думаю, Эвери и Тью пытаются нас напугать. Хорошо, что мы профессионалы. Крутые, блин, штуки. Смерть такая, жутко. Ладно, нам дальше, да куда ты чуть не упал? Блин, за тобой надо глаз да глаз, чувак. Мост. Прыгаем. Жесть, прыгать масса минимум 70-80 кг. Это опасно. Так, тут что? Наверх, да? Наверное. Ага, обходим. Обходим аккуратно. Явно строили не по правилам. По правилам. По пиратам. Прыгай, 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 прыгай. Отлично, все, пока четко, пока вроде... Так, куда теперь? Ага, вот. Вот он, ход. Что дальше? А, вот еще вижу. Заходим, залазим точнее. О, колонны тут. Свет когда-то был. Горят фонари, горели точнее. Так, сюда нам, я так понимаю, нам сюда. О, да, там что-то... Что-то интересное там будет. Ох, блин, ты чё? Под ноги смотреть надо. Ну, мы хотя бы в яму не упали. Тут какая-то головоломка, судя по всему. Очень продумано. Это уж точно. Ну да, так, о. Ещё рычаг. Нифига себе, тут ловушка. Вот в такую я залазил в тот раз. Ну-ка, попробую вынуть руку. Жесть вообще. Это такой хитрый тест или испытание? Да. И этот вот не прошел. А мы пройдем. Так, ведро, внизу, да? Внизу что-то виднеется. Тут где? Ведро. Ха. А, вон водичка. Я думаю, надо набрать водички почему-то. Теперь что?
Ну не заходи глубоко. Наполни. Давай его мне. Держи, держи, братец, держи ведро, блин. Сейчас я прибегу, не вставляй без меня, поставь ничего вообще не трогай. Колесо. Или я могу так запрыгнуть? Да, могу. Так, и... Ох ты, блин, нифига себе. Посмотрим, для чего колеса. Так. Так, я вроде понял, что к чему. Дело сейчас. В этих трех крестах? Да. Перед нами Иисус, благоразумный Дисмос и злой вор Гестас. А, видимо, белый крест — это Дисмос. Черный — это Гестас. Так, значит, черный — это Гестас, белый — Дисмос. Расставить нам надо, я думаю, черный слева, большой — это Иисус, сверху его справа будет у нас белый крест. А ведро, наверное... Фиг его знает, наверх, что ли. Короче, ладно, пробуем. Чё думать? Чё думать? Так, это у нас черный. Его вниз, не сюда. Я думаю, его сюда надо. Так, все. Его надо в сторону убрать. Вот сюда. Угу. Так, это тут ведро и основной главный крест. Ведро я подниму сюда. Так, и этот поменяю. А, нет, все, ведро вот так я только. А теперь вот этот. Ну давай. Вот, ведро у нас. Ага. Что-то сдвинулось, когда ты поставил ведро. Значит, до двери проведем канал. Так. Тогда ведро должно быть наверху. Угу. Вот так, здесь надо подвинуть влево немножко, да, вот так вот, чтобы ведро само по себе подвинулось вверх. Вот, да, теперь нам надо подвинуть, по идее, вот этот еще левее. Да давай, дотрагивайся уже, я так понимаю, сюда. Угу. Или неправильно, я понимаю. Так, ладно, вот этот черный крест, я думаю, должен быть здесь. А те два, но если я сейчас начну крутить, они все будут крутиться и неправильно будет. Следовательно, мне его надо в конце. Хотя нет, вот. Вот так вот, если мы сделаем и повернем основную панель один раз слева. Так. Это все? Потяни рычаг. Сейчас. Офигенно, блин, а если пипец придет? Нейт, стой. Ты в этом уверен? Я нет. Не очень. Не, ну по идее ж правильно, правильно. Серый, большой, ведро сверху. Пробуем, короче, рискнем. Пофигу. Вроде все четко. И... Что будет, что будет. Что-то не так, кресты поменять местами. Местами белые и черные кресты. Блин. Нет, ты просто неправильно понял. Да, он же сказал так. Ладно. Тогда так. Тогда здесь. Так. Здесь. Вот так. Нет, 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 блин, вообще все запуталось. Так, здесь вот так, но его надо в сторону вот убрать. Вот, теперь этот подвинуть. По идее, вот, сейчас все будет четко. Офигеть, нас чуть не убило. Да ну нафиг. Как же сложно. Так, надо здесь, значит, вот так. Здесь. Ох ты, блин, головоломочка. С
стоят здесь, а тут нифига. Сейчас я сдвину их обои, да, получается? Ну да. Мне надо сейчас вот этот тогда сдвинуть чуть левее. Этот вот сюда. Да, вот. И теперь этот все. Вот. По идее так. Где все верно? Ну, проверим. Проверим? Рычаг ты будешь тянуть? Давай. Сейчас должны быть. Какая подсказка? Нафиг нам подсказка? Все с четко мы сделали. Ох ты, нифига себе, блин. Да, все хорошо. Пока не убила его. Отходи в сторону, чувак. Кажется, получилось. Че там? Че произойдет? Не будет из меня сегодня шашлык. Не будет. Короче, надо было воды вылить просто в эту фигню и все. По каналу. Испытание, значит. Запишем. Что именно соискатель должен уметь-то? Воду таскать? Соискатель должен знать о святом Дисмосе, о котором команда Эвери была явно наслышана. Не так уж это и сложно. Может, будет еще одно? Думал грохнусь, если честно. Что-то такой прыжок слабый какой-то был. Расстояние такое ощущение большое. Так, прыгаем. Здесь что у нас тут? Крюк. Кидаем, цепляем. Прыгаем. Высоковато. Здесь что? Ладно, видимо, нужно подняться к рухнувшему мосту. Брат, я подсажу. Давай, давай. Помогай нам быстрее. Оп. Подрем подкидываю, тут селище. Так, у меня тут для тебя кое-что есть. Так, так. Мы сможем добраться до зацепок на стене. Пихай. Колесики еще сохранились. 1000 лет им в обед. Ага, сохранилось бы все. Да не надо снимать. Надо вот это я хотел, да. Че ты там? Ну хотя перезарядить на всякий случай надо бы, конечно. Прыгай, прыгай. Отлично. А, вот, мне ползти еще надо. Так. Ага, брат так запрыгнул. Конечно, хитрый. Так, подняться нам надо. Прыжок. А он там, а пещера что, справа. Думаю, было бы проще, если бы мосты и переходы не развалились. А, он как раз туда идет. Посмотрим, что там. Так, тут надо вот так вот. Ух ты, вот это мне самое страшное, что он не подцепится. Ай! Да, ладно. Ай. Точно. Куда ты? Куда сюда? Может, нам сюда? Тут виден свет. Крысы. Огромные. Ну, логично. Мы же под собором. Ага, куда? Налево, да? Я так понимаю, нам сюда. Так, тут что у нас? Так, ага, вот. И я думаю, что сюда. Куда? Че ты тут не залазишь, чувак? Че ты не хочешь залазить? Тихо, слышу что-то. Что-то голоса какие-то у нас. Стой, стой. Что? Слушай. Враг рядом. А у Келли нашли что-нибудь? Ничего, кроме всяких разных надгробий. У трапезной закончили? Так точно, мэм. С северо-запада все раскопали. А что по южной стороне? Еще нет. Туда кран целый день перетаскивать. Надин? Так тащите. И гляньте, что можно без крана сделать. Да, сейчас отправлю туда людей. Хорошо. Рейв, что там с манускриптами? Давай наедине. Держите в курсе. Да, мэм. Слышал? Под собором пристройка закрытой зоны. Ну да. Ты их видела? Нет. А что? После твоих молодцов, там камня на камне не осталось. Они слегка злоупотребили динамитом. Да, как стадо слонов в посудной лавке. Но за 2 дня добились больших успехов, чем мы за месяцы. Успехов? Что мне толку от щебня? Ладно. Ладно. Спасибо.
Они будут ставить тебя в известность, прежде чем взрывать. Лучше пусть отойдут в сторонку и дадут мне осмотреть то, что еще не взорвали. Нет, мы больше не можем сидеть и ждать. Ты уж извини, Надин, но у меня в таких делах все-таки опыта побольше. Мы уже делали, по-твоему. Хватит. Ты с первого дня мечтала тут все взорвать. Нет, я предлагала украсть этот крест задолго до аукциона. Того аукциона, на который я не смогла привести своих людей. Я хотел честно купить его, так проще. Но я послушала не свое чутье, а тебя. И теперь у нас есть конкурент. Я не думал, что он явится. Или хотел его выманить. Да на кой черт мне это надо? Думаешь, он тебе нужен? Может, ты прав. Главное, чистая игра мне надоела. Если сокровище здесь, мы его найдем. А если нет, значит, пора идти дальше. Эй. Ничего личного. Конечно. Я сообщу, если что найдем. Какая-то злая беседа у них такая. Напряженная, я бы сказал. Не злая, а напряженная. Ну да, чувак нервничает. Да столько деньжищ всаживать в какой-то мистический давай, клак. Пока они сокровища не взорвали. Или целоваться не начали. Стой. Думаешь, она права? По поводу, что Рейв хочет тебя выманить. Главное, чтобы врасплох не застал. Пускай. Так, пускай, я полез пока. Давай, оп, сюда. Интересно, о какой пристройке шла речь? Наверное, боковая комната. Кроме нас тут никого. Да куда надо, блин? А, вот, спрыгнуть тут можно, оп. А, бежим дальше. Бежим. Так, куда? О, сюда нам. Прыжок. Четко все, ребята, прыжок. Так. Тут что-то высоковато, по-моему. Ищем обходной путь. Ага, вижу. Вижу примерно. Не запрыгнешь, если у тебя нет батута. Вот. Не-не-не, давай, чувак, давай. Мечты. Да блин. Прыгай, прыгай, ой, молодец какой. Так, куда здесь? Ага, вот вижу. О, какие-то лаз... А, вот, все, я увидел. Подожди. Один ящик на... Благодарю вас. Как их туда затаскивали? Ладно, затаскивали, а как... Специально это подготавливать, вы не можете залезть, вот есть вам для вас ящик, интересно. Ну ладно, не придирайся. Не буду я придираться к этим моментам, все взрывают, сейчас я взорвут нафиг. Подходим ближе к собору. Должен сказать, тут все лучше продумано, чем я предполагал. О да. Так. Мост рухнул, нужно искать другой путь. Стоп, вижу. Была не была. Блин, как высоко. Залазь. Тяжелее ящика. Так, всё. Что? Залез. Что делаем? Скинуть, соображаем. Я думаю, его надо. Тут и... можно зацепиться. Зайдет. Думаю, его надо скинуть. Вот так вот. Привязаться к нему и на ту сторону. Скорее всего, так и есть. Попробую мою теорию, ребята. Попробуем мою теорию. Так, поворачивай. Вот, вот здесь, я думаю, его оставим. Нам надо вот оттуда. Да что такое? Что я не могу тут? Блин, что-то не получается. Дальше чуть-чуть. А! Фух. Да ты чё? Да ты что творишь? Фух, я офигеть. Блин, псих ненормальный. Ну ты чё вообще, что ли? Да прыгай, держись уже. Жесть, вот он вообще не хочет... Хвататься. Фух, аж блин. Да вот же тут куча лабиринтов, лазов. И чё,
самом деле. Все вам надо показывать. Все, вот все отлично. Если бы тут все не развалилось, о, мы бы попали в ловушку. Так, а тут спрыгнуть надо. Оглянись, Нейт. Подстава. Тут было второе испытание, но все обрушилось в океан. Ну что, значит, испытаем себя в умении перебраться на ту сторону. Так, а как же перебраться? Спрыгнуть. Ай, высоко. Нормально. Фух, фух. О, трубчик. Что-то... Что это? О, рюкзак у него. Сумка, точнее. О, любопытно, почитаем. Так, читать. Апрель, 1701 год. Да будет всем известно, что я Томас Говард, капитан неустрашимого. Легковерный дурак. Все началось с распятия, таинственное послание от моего старого товарища, сулящее райские кущи. Поначалу я отнесся к нему с подозрением, но мысль о том, что я буду весь остаток своей жизни мучиться, думая о том, что случилось бы, если бы я согласился, эта мысль была невыносима. К тому же нельзя просто так проигнорировать письмо короля пиратов. Я выжил на пустынных берегах Мадагаскара, пережил и нападение Ост-Индийского Пемброука, но этого не пережить. Нога моя сломана, а люди мои, трусы, которые боятся даже заглянуть в пещеры, не слышат моих криков о помощи. Кто мог представить, что все мои свершения закончатся здесь, вдали от дома, где я умру столь бесславной смертью. Именем Господа я проклинаю тебя, Генри Эвери, и пусть мой призрак преследую тебя до самой твоей смерти. Круто. Так, положить, все. Это пусть будет. Все, убрать. Жалко тебе, чувак. Далеко дошел, но жалко. Ой, аккуратно, аккуратно. Здесь аккуратно. Вот эта хреновина типа качели может помочь. Прыгай. Что тут пошло не так, я боюсь. Так, качеля, прыгай. Ай, блин! Беги вперед, беги, 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 беги. Не, не успеваю, не успеваю. Не, вообще никак. Сам догадался уже. Прыгни. Отлично. Сюда. Отлично, отлично. Жесть, сюда что ли? Ай, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Выдумывание смертельных ловушек, они толк знали. Ну как? Так, я нашел, как опустить качели. Отлично. Так, надо на нее кинуть ящик. Работает? Он тяжелее меня. Я в этом не уверен. Спокойствие. Да. Аккуратненько, аккуратненько кидай его. О! Сейчас и я за тобой. Да блин, он падает, падает. Бегим, бежим, 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 бежим. Прыгай, прыгай. Как в детстве прям. Поймал, братца. Я бы предпочел пиратскую ловушку. А я уже хочу поскорее все закончить. Ладно. Статуи добавляют драматизма. Ну, да. Правда. Зачем все эти пышные украшения? А загадки зачем? Кайфово, красиво, да? Очень красиво сделали. Еще одна кнопка. Так. Никогда не приду. Блин, не боятся, что у них тут может быть ловушка? Что-то я фиг пойму. Так спокойно он лезет, нажимает. Тут еще какие-то преграды. Не так все просто, короче, еще друзья. Один крест. О! На этом хоть какие-то камни. Ну, я думаю, тут ловушка. Не трогай. Почему? Ну, как-то слишком подозрительно. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда... Это колбаска нарезанная. Монеты. А, монеты. Как колбаска. В этом уверены? Вроде да. Давайте быстрее, вроде ребята. Все. Я уже по сторонам ладно, смотрю. Давай одну. Жадность. Ясно. Только мне ловушка. Блин,
да там бы пыли и камней сверху уже насыпалась целая куча. Хотя тут все чистенько. Ох ты, блин, как красиво. Узнаешь форму? Мадагаскар. Ну конечно, что ж еще может быть? Смотри, тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Эвери, он с нами играет. Мы же на месте. И где гребаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт? Тех, кто достоин... Рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? Ох ты, блин! Враги наши, походу, ну да. А, черт. Прям самый неподходящий Джентльмены, момент. Вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе еще причитается. Я говорил, тише Можно надо. Выкинуть меня из окна? Рейв. Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да все знают по этой карте. Офигеть, блин, историки. Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но... Лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. Ладно, это детали. Не трогай! Офигеть, офигеть! Что-то пошло не так! Я думал, да, блин! Офигеть! Что? Что такое? Я офигел! Я уверен был, что все... Все пойдет по-нормальному! Жесть какая! Лезем, 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 оно рушится! Да все рушится! Да что такое? Ну что так не везет, куда ползти? Я не знаю, но падает эта хрень! Прыгай! Куда прыгать? На вторую прыг! Да не допрыгнул! Блин! Там все рушится. Так. Прыгай, прыгай, чувак, прыгай. Надо было подбежать. Чуть-чуть, офигеть, офигеть просто. Жесть какая. Сдалась. Прыгай. Вот, дотянулся в этот раз. Давай, давай. Давай, 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 давай. Прыгай, прыгай, бей этого. Так. Умрите, умрите. Ой, блин, да, назад. Бежим, куда бежать? Прыгаем сюда. Не знаю. Так, куда? Куда дальше, куда дальше? Куда назад, куда-нибудь назад. Что, что, к чему, куда? А, сюда? А, вон, фигня. И куда сейчас? Нет, не сюда. Или сюда, туда чуть правее, что ли? Да, 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 нифига себе. Да по мне стреляют. Это быстро надо сделать. Так, взяли оружие. Умри, умри. Взяли. Мы прямо разворошили осиное гнездо. Разворошили, пнули и подожгли.
Так, куда? Что-то я заплутал и бегаю тут как в истерике в какой-то. Куда, братец? Куда ты побежал? Покажись хоть путь какой. А, вот. Сейчас я вас буду убивать. Ружье. Это у меня такого еще не было. Ты посмотри, гад какой. Что-то оно вообще так себе. Да блин, с притыка, с дробовика. Вы что, прикалываетесь? Чувак, да что за говно тут? Вообще дробовик отстой, калаш, вот она фигня самая крутая. Вообще с притыка влупить с дробовика и не убить. Спасаемся. Если кратко, выбираемся отсюда к черту. Ну это я понял. Ладно, держитесь. Я скоро буду. Да куда ты прыгнул? Куда ты в засаду с пулеметом? Блин, садись, чувак. Да прыгай, прыгай. Что ты творишь? Умри. Так, у меня, по-моему, пули закончились. Ну да. У меня закончились пули. Взял. Взял, переключись. Так, так, так. Да где? Так, снайпер в укрытие. Мне на ту сторону или... Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, мне надо, наверное, прыгнуть. Так, снайпер здесь. А вариантов у меня немного было. Кто еще тут? Так, снайперская, да? Отлично, дай, возьми ее. В голову. В грудь. Не знаю куда. Четко. Отлично. Ай, снайпер, еще один. Стой, стой, прыгни. Умри. Вообще со мной дела плохи. Я снайпер еще тот. Прыгаем. Нифига себе запрыгнул, как высоко. Так, у меня снайпер... Блин, да блин. Да что ты творишь? Вечно ты не вовремя. Хедшот. Хедшот. Это не ружье вам, блин, с притыка. А, все, закончились пули. Давайте мне обратно калаш, да. Самая крутая фигня. Переключись на него. Нет пуль? Офигенно, возьми пули. Возь, подбери ты пули к калашу. Что за фигня? Вот. Блин, я же вся ж только что взял их. Вот. Вот, фух. Три штуки взял, все пустые. Так, куда нам? Вниз. Дай, не торможу. Умри. Так, нам вниз надо. Тут надо прыгнуть, я думаю, да, нифига себе. Все нормально. Что за пистоль такой? Подожди, где тут он? Тут бы, конечно, уже даже не калаш. А что-нибудь бы... Ай, снайперку. Ай, высоковато. Как же ты долго перезаряжаешь. Отлично. Да не торможу. Куда тут? Офигеть. Ай, блин. Вместе. Прыгаем. Полетели. Офигенно, блин. Как же круто они сделали. Так. Умри. Умри.
Да, по-любому, по-любому меня сейчас прибьют. Офигеть, чувак. Так, бежим дальше. Стоп, стоп, спокойствие. Торопь, да как ты быстро бежишь? Короткие пути знаешь. Так, бежим. Бежим, 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 прыгаем, прыгаем сюда. Фу, блин, я думал, промажу, промажу. Опять тут враг, как вас много, да, стреляющая по тебе. Откуда еще? Ага, вижу. Так, куда здесь? Тут же еще надо прыгать, куда надо прыгать, а не просто, да, вот сюда. Тут еще, я думаю, надо будет сорваться. Крюк и прыжок в воду. У-ху! Бульк. Плывем, 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 убегаем, убегаем, нафиг пошли все, залазь быстрее, брат, ты где? Офигеть, по нам стреляют, давайте быстрее, Как его не взорвали самолет? 1000 патронов выстрелили. Бронебойный, наверное, крутой. Еле выбрались, да? Они подстрелили мой самолет, Найт. Мы целы, спасибо. Сколько лететь до Мадагаскара? Так сокровища нет. Пока нет. Да что за нытье, не понимаю. Мы богаты. Ага. Ну-ну. Ладно, хоть что-то. Остальное значит на Мадагаскаре. Там была комната с огромной картой Мадагаскара на полу, так что... Да, наверное, там. Это все больше напоминает мне охоту за привидениями. Наверное, да. В Шотландии никогда не было. Зачем тогда все это, а? Вся эта затея с крестами. Да говорю же я. Эвери так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициации. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю, зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... ты подумай. Томас Тью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Ганга Савая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо, на Мадагаскаре? Поточнее. В Кингс-Бэй. Там во времена Эвери было пиратское гнездо. Я знаю Кингс-Бэй. Большой город. Нельзя ли поконкретней? Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Гора, вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбэя. Значит, туда-то нам и надо. На Мадагаскар полетели. Ой, как красиво, синенькое небо. О, Соньку рекламируют. А, ну PlayStation же эксклюзив. Иди, странно, почему другой может быть телефон? Что это я прям... А, она переживает, я думаю, блин. Привет. Привет. О, господи, до тебя не дозвонишься. Ты живой, да? Ну да, а что такое? Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого... Потеряли часть снаряги, но целы, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней 10 проторчим. Ого, 10. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу? О, не-не-не, не надо. Может, не 10. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь. Я думаю, она заподозрила что-то. Что-то как-то неладно все. Не торопись, береги себя.
Ладно. Как-то стараюсь. Чувствуется все равно, наверное, извини, блин. Надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Пытается как-то, ну. Ладно. Нескладно у него. Люблю тебя. И я тебя. Я думаю, она понимает, да. Судя по взгляду. Эх, думает, опять муженёк в какой-то жопе. Ух ты, блин, Мадагаскар какой красивый. Блин, как красиво же. Офигеть. Прям загляденье, ребята. Селфица? Да, а, нет, я думал селфица. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага. Карта, да? Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Чё-то там нет тебя дороги. Потрясёт. Ну тогда поехали. Ладно. Ага. О! Старенький ржавенький джипчик какой-то. Внедорожник. Да, отличный красавчик. 12 башен, 10 глава, что ребята. Мы здесь ищем. Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровища? Хочется верить. Мне тоже. А на этом все, ребят. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новую серию этой интересной игры. Пишите комментарии, как вам игра, как вам мои прохождения. Всего вам самого наилучшего. До встречи. Пока, друзья.